Всем привет, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и сегодня я вам расскажу о некоторых новиночках и уже, в принципе, не новиночках компании Фаберлик. Вот, ну, первое, что меня заинтересовало, конечно же, это такие вот ножи, новые ножи кухонные, ножницы, то есть, называются они два в одном. Честно скажу, еле их открыла, потому что они тут запаяны вот так вот были сильно. Лежат они в такой вот упаковочке большой. Первое, это артикул у них 111.82. Да, то есть тут идет аннотация, как ими пользоваться, что нужно делать. Да, фрукты, сыры, колбасы, также мясо. Завтра я их протестирую, видео минутное выложу в Инстаграм, как ими все режется. Не знаю еще ничего про них. Единственное, что очень удобные ручки, они не скользящие, классные на мой ощупь. Вот, тут есть защелочка, да, то есть вы можете после пользования защелкнуть, и у вас проблем не будет. С использованием вы не порежетесь, он абсолютно безопасен. Вот, значит, давайте с вами еще раз откроем. Тут идет пружинка, и вот вы вот так вот режете, да, то есть таким вот образом. Лезвие очень острое, мне показалось. Также тут есть логотипчик Фаберлик. Дом Фаберлик. Ой, а где он? Вот он. Да, то есть такой вот логотипчик Дом Фаберлик. Да, интересно очень все. Ну, первое впечатление очень здорово, но пока вот решила видео снять в комнате. А завтра сниму уже обзорчик для вас, дорогие. Вот, очень много кто про эти ножницы спрашивал. Лезвие, я чувствую, что оно очень острое. Далее, значит, ножницы для салата. Быстро и вкусно. Они идут тут такие двойные. Тоже идет такая вот защелочка тут. Да, тут пупырчатое все. И вот так вот вы держите и режете. То есть тоже очень удобно держать в руке. Так, сейчас я открою. Они тоже идут на пружинке. Очень такие пружинистые. Да, тут смотрите, как все интересно. Тут два ножа. Вот, сейчас я закрою. Вещь в доме полезная. Честно скажу, ни разу такими штуками не пользовалась. Вот, артикул у них 111.83. Так, это ножницы для салата. Станут незаменимым кухонным аксессуаром. Благодаря двойному лезвию особой формы с мелкой зубчатой кромкой ножницы идеально подходят для нарезания листьев салата, томатов и других продуктов. Опустить задвижку, удерживающую ножницы, в сложенном состоянии нарезать продукты на весу, используя поддерживающую лопаточку. А также можно использовать ножницы для нарезки продуктов непосредственно в самом блюде. Да? То есть вы опускаете, зачерпываете и уже в самом блюде крошите. Ну, в принципе, да, интересная штучка. Довольно таки, как вы видите, не маленькая. Да? Весит он, не знаю, может, грамм 300. Этот нож, ну, на мой взгляд, может быть и тяжелее даже. Вот. Вот такие вот очень-очень интересные новинки. Вот всегда есть что новенького купить в компании Фаберлик. А также я заказала такую вот подставку. Артикул 111.84. Это под горячее. Материал силикон. Размер 17×17. Ну, она такая вот, да, мягкая, гнущаяся. Вот, интересно. Завтра тоже что-нибудь горячее на нее поставим. Да, такая вот красота. Вот. Далее, значит, почему-то мне пришел значок за золотого VIP-а. Скорее всего, это была ошибка. Я VIP-41. Да, но хочется мне вам показать, какой он есть, да, то есть на застежке, то есть им не повредит ни ткань, ни материал на груди, ничего. Вот, такой вот значочек, артикул 77-401, золотой VIP-консультант. Я еще раз повторю, что я VIP-41, да, то есть я далеко не золотой VIP. Золотой VIP — это 6 лет надо делать 100 баллов. Я же в компании Фаберлик менее 3 лет. У меня будет 28.11.2014 года регистрация. То есть 28.11.2018 у меня будет 3 года, как я в
компании, но никак не 6 лет. Вот не знаю почему, написала в обратную связь, призналась, что мне уложили значок, а может быть его и попросят вернуть. Вот так вот интересно, такая вот ошибка получилась у нас. Следующее, это такой вот песик, он обычный, простой. Он не поет, не гавкает. Тут идет бантик такой классный. Ну, так как год земляной собаки, то песик лежит. Да, то есть артикул этого песика идет 110.93. Это игрушка мягкая собака. Материал 100% полиэстер. И материал наполнения это 100% полиэфирное волокно. Размер 25×23×9. Назначение аксессуар. Вот, срок службы не более 10 лет даже написано. Что хочется сказать, глазки у нее тут, как вы видите, очень похожи на настоящие. Это не простые черные пуговки, это такие глазки хорошенькие, ушки. Все прошито замечательно, великолепная игрушка отличного качества. Девчонки в чатах в скайпе и в чатах в телеграм пишут, что они хотят эту собачку себе, они любят мягкие игрушки, но у них дети отбирают. Поэтому им они решили еще по одной себе заказать и заказывают в подарки, в принципе, своим племянницам. И так далее на Новый год. И, ой, простите, да, камеру задела. И будут дарить. Вот такая вот красавица собачка. Ну, конечно, да, очень хорошо все прошито, качественно. Просто все идеально. Далее, что еще хочется показать. Это я взяла за 0 рублей маску для глубокого очищения кожи. Давно ее не брала, она у меня закончилась. Честно скажу, не знаю теперь, что лучше. Или новая очищающая маска Oxy, нет, не Oxy, Ology, а Beauty Love. Да, то есть у нас вышла новая серия Beauty Love. И вот там есть вот такая, такие вот великолепные вещи, как блер и сыворотка для лица. Просто великолепные вещи. И такие же есть маски одноразовые. Они шикарные. Ну, эта маска по сравнению с той, она идет еще и с успокаивающим эффектом. Это программа для жирной кожи, поэтому я ей пользуюсь, ну, примерно пару раз в месяц, потому что у меня кожа не жирная, но она в определенные дни месяца, да, жирнится, да. Вот, артикул у нее 10.83. От себя хочу сказать, что очищение просто крутое, классное, она вычищает каждую пору просто идеально. Реально мгновенный результат, матовая кожа, маска глубоко, очень глубоко, я бы так выразила, очищает кожу и стимулирует обновление клеток, улучшает кровообращение, повышает упругость кожи, кожа приобретает мягкость и здоровый вид. Значит, использовать ее нужно, если у вас действительно жирная кожа, 1-2 раза в неделю. И на очищенную кожу лица равномерным тонким слоем наносим и оставляем на 15 минут. То есть такое вот легкое применение. В принципе, маска Эксперт и вообще вся серия Эксперт в компании Faberlic — это просто вещь. Далее я заказала опять-таки вот такую серию себе, потому что маску дочка израсходовала. Все вы знаете, что у нее волосы по попу выросли. За ними нужно следить. И она маску у меня за 3 применения такой на свои волосы уже исприменяла, как мы говорим. Вот, артикул у нее 82.48. Очень такая классная масочка. Я вам хочу сказать, она нравится всем. В чатах очень много пишут о ней хороших отзывов. Она розовая, она сладкая, она классно пахнет. Она легкая в применении, да, то есть вот такая вот она. Она не жидкая, не густая, видите, чуть-чуть плывет, да, то есть она наносится легко, она распределяется по волосам легко. Аромат, ну, просто бесподобный, нежный такой, нежный, классный аромат. Да, не люблю закручивать. Вот, далее, значит, бальзам для волос я взяла, если опять маска закончится, что хотя бы был бальзам. 250 миллилитров, артикул 82.61. Отличный бальзам, восполнитель кератина. Он тоже идет розовенький, густенький, но он хорошо распределяется и тоже великолепно пахнет.
Вот, Cell and Care – это серия без лаурисульфатов, поэтому и плюс еще умный кератин. Да, то есть он идет, вся серия идет с интеллектуальной формулой, которая деликатно очищает и активно реставрирует даже сильно поврежденные волосы. Кератин распознает ослабленные участки волоса и направленно восстанавливает их, придает волосам плотность, упругость, уменьшает ломкость, да, наполняет волосы блеском и жизненной силой, готовит их к последующим этапам ухода и не содержит сульфатов. Вот все прям про него. Тоже отличный такой шампунчик. Сейчас я вам сюда капну на крышечку, да. То есть он такой густенький, он очень хорошо пенится. Кто-то говорил, что серия Cell & Care не пенится. Неправда, все пенится, все просто здорово. Может быть, немножко меньше, чем обычные шампуни, но вот если вы возьмете, допустим, шампунь, который идет два в одном, да, шампунь-бальзам, даже с лаурисульфатом, он и то будет меньше пениться. А этот, тем более, как бы он идет без лаурисульфата. Далее, вот такие вот две вещи. Немножечко разочаровалась, потому что они идут на батарейках. Гирлянда новогодняя, снежинки, я не глянула. Артикул 113.06. Вот такие вот они хорошенькие. Завтра тоже вставлю батарейки и в Инстаграме покажу, как они горят, какие у них там режимы и так далее, да. То есть, видите, батареек нет. Я не подумала, что они могут быть на батарейках. Что хочется сказать? Муж сказал, наоборот, очень хорошо, что они на батарейках, потому что маленькая вероятность того, что будет какой-то пожар, еще что-то. Говорит, а это очень важно. Да, то есть, и еще одна гирлянда, тоже артикул 113.05, называется она «Шарики», длина 710 сантиметров, а у этой гирлянды длина 310 сантиметров, то есть это поменьше гирлянда, а это побольше, тоже вот вставлю завтра и через Инстаграм вам отсниму, уже покажу отдельное минутное видео. Далее, значит, что хотелось показать. По VIP-программе я всегда заказываю по скидкам, 70% скидкой каких-то два продукта, так как я уже более чем VIP-18, я VIP-41, и я беру очень часто или платинум серию, да, что-то из серии платинум по VIP-у, или я беру что-то для своей дочки младшей. В этот раз я опять-таки, который раз уже взяла колготки, которые идут плотностью 100 ден. Это отличнейшие колготочки. Я взяла две штучки с 70% скидкой. То есть вот такая качественная красота мне досталась всего лишь, по-моему, рублей за 100. Да? Ну, это доступно только VIP-консультантам. Если вы менее чем VIP-18, но вы VIP, вам доступен один продукт с 70% скидкой. Если вы уже более VIP-18 уровней, то вам доступно уже два продукта с 70% скидкой. Также в нашей компании очень много рубиновых VIP-ов, что тоже очень здорово. Колготочки мне эти очень нравятся. Размер у них 116-122, артикул 81-589. Состав у них 82% хлопок, 8% полиэстер, 10% спандекс. Они хорошо тянутся. Вот тут есть размерная сетка, да. То есть тут указано, что 4-5 лет надо брать 104-110 сантиметров. У нас дочка рослая и крупная, она пошла в папу. Папа у нас большой. Вот, и высокий, 1,90 м и так далее. То есть, да, то есть получается, что мы берем сейчас на 6-7-летний возраст размер 116-122. Вот так вот. Это мягкие эластичные колготки. Да, широкий пояс, он очень хорошо влияет на пищеварение. Вернее, негативно не влияет на пищеварение, потому что не передавливает нежный животик малыша. Да? Вот. И, конечно, у него плоские комфортные швы подходят и девочкам, и мальчикам. Вот такие вот колготочки. Очень хорошие, очень классные. Швы, на самом деле, как вы видите, все плоские, да, вот смотрите, швы на попочке два шва, спереди один шов, да, то есть малышу вот сложно перепутать. Ну и новинки колготочки. У нас получилось с этими колготками казус, дилемма, а так
получилось, что дочка их вообще не хочет снимать, даже на стирку. Я заказала вторые, пусть хотя бы носит, да, снимает, носит, потому что каждый раз со слезами мы их уносим в стирку, ну, просто уже не смешно. Очень красивые колготочки, завтра мы их вам померим, так что это ко мне прилипло. Завтра мы их вам померим на камеру, сегодня наша красавица уже спит, вот. Классные колготки, уже снимала про них обзор и вот еще одни заказала. Они идут плотностью 120, то есть они уже теплее. То есть у них тут внутри есть уже такой небольшой ворсик, начесик, они идут теплее, да. Но если их натянуть, то, конечно, они будут просвечивать. На такие вот колготочки. Артикул у них 88 991. Также вот состав у них идет, это 82 хлопок, 8 полиэстер, 10 спандекс. И точь-точь такие же, только светлые колготочки. Вот я еще их не показывала, понравится, не понравится. Артикул 889 96, также размер 116-122, идентичный состав, идентичная, в принципе, ростовка тут идет и обхват бедер, да, то есть только они немножко плотнее, немножко теплее, потому что на зиму компания Faberlic их выпускала. Также есть небольшой начесик, вот, и такие же они вот. Тут киски на коленках, да, как вы видите, рисунок киски. Я не знаю, что ей так понравилось, но она с удовольствием их прям носит и ревет, не хочет снимать. Я прям в шоке. У нас еще такого не было, чтобы ребенок не хотел снимать, ну, какие-то там колготки. Наверное, компания Faberlic знает больше, что понравится моей дочери. И вот такая вот красота. Это такие вот объемные наклеечки. Так, давайте я их вам сфокусирую. То есть вы их приклеиваете, они могут быть многоразовые, они легко отклеиваются. Если вы их, как вам даже сказать, на чистую очень поверхность приклеите, да, такая вот елочка, прям с кристалликами. Ну, понятно, что они такие как бы пластмассовые, но все равно очень красиво смотрится, да. То есть они не просто там беленькие, да, они такие металлические, видите, с подсветочкой. И наклеечка такая, ну, правда, не маленькая, да, на любое окно, украсит, в принципе, любое окно. Я взяла, конечно же, две штуки, потому что у ребенка окно двойное, она попросит на оба окна, я уже это предчувствую, вот. И артикул у них 113-11, и вот тут есть аннотация, да, то есть аккуратно снимите выбранную наклейку с подложки, приклейте на выбранную поверхность, прижмите наклейку с небольшим усилием, да, перед приклеем убедитесь, что выбранная поверхность чистая, сухая, без следов жира, пыли, других загрязнений. Наклейки не оставляют следов на поверхности. Наклейки могут использоваться повторно при соблюдении условий хранения. Этот продукт не является игрушкой и может представлять опасность для удушья. Да? Ну, дети, знаете, могут и народ себе приклеить, и что попало сделать вообще. Далее, вот эти наклейки я уже снимала обзор, заказала вторые, потому что мне их захотела племяшка. Ну, как приедет ко мне в гости, я ей их вручу. Они идут без клеевой основы, то есть там должна быть вообще наиидеальнейшая чистота. Мы с вами клеили его уже на зеркало. Отличные наклеечки, артикул у них 113-10. Всем рекомендую порадоваться, в дом такие наклеечки купить. Следующий, это, конечно же, календарик. Такой вот на 2018 год. А с удовольствием. Да, тут уже 2019, тут 2018. Нравятся мне такие настольные календарики. Да, как вы видите, тут каждый месяц своя картинка красивая, классная. И, ну, красиво, просто красиво, здорово. Артикул у них 78068. И вот когда вот он пришел, он был такой. Я его согнула и вот поставила. И все, в принципе, особого никакого применения ему не нужно. Он легкий. Да? И далее следующее. Это у нас с вами уже такой большой календарище. Так, где у него тут начало? Я еще в нем запуталась, думала, как это такой большой календарь, да? Первый листочек, так, давайте скажу артикул, 78069, первый листочек, это просто на что вешать. Второй листочек, это идет то, что сейчас действует целый месяц, да?
Третий листочек, тут вы можете переставлять даты, то есть что вам будет удобно, да, передвигать вот таким вот образом, переставлять даты. И третий листочек, это целый месяц, который вы можете наперед уже делать, да, то есть он такой тройной и длинный, да, как вы видите. Сейчас я вам покажу. Да, то есть он таким вот образом у вас будет висеть, такой вот длинный, да, из четырех составляющих получается. Ну вот, в принципе, и все. А вот так вот у нас идет подготовка к Новому году. Все какие-то, все какую-то красоту мы заказываем. Очень все понравилось. И, конечно же, спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если вы подписаны на канал и нажмете на колокольчик, вам будут приходить оповещения о том, что вышло новое видео. Ну что ж, спасибо за внимание. Пока-пока. До встречи в новых видео.